структуре администрации города произошли кадровые изменения. Об этом сегодня доложили на аппаратном совещании. С 8 февраля на должность заместителя главы принята Светлана Яровая. Она будет курировать правовое управление, вопросы архитектуры и градостроительства. Также она исполняет обязанности первого заместителя главы. Перераспределены обязанности между другими заместителями главы. Так, Анжелика Базунова курирует жилищно-коммунальное хозяйство и транспортную сферу. Олег Костенко – санаторно-курортный комплекс, сферу торговли и потребительского рынка. Организационную работу администрации, кадровую политику и взаимодействие с общественными объединениями и правоохранительными органами контролирует Владимир Забураев. В обязанностях других заместителей изменений не произошло. Традиционно на планерке звучали поручения и задачи, касающиеся всех сфер жизни города. Одно из них озвучил замглавы Олег Костенко. По поручению Сергея Павловича, поставлена задача разгрузить Пионерский проспект, в том числе Симферопольское шоссе. Юрий Гурович, вам поручение проработать с черноморскими скоростными линиями возможности курсирования такси, морских такси, которые будут ехать от причала Витязева, причал наш в центре города и Утриш. То есть, если люди будут знать, что им можно спокойно, благополучно прибыть на катере, который будет расписан всю страну, ему не будет необходимости стоять в пробках на Пионерском проспекте по часу и ждать, когда же он все-таки доберется в город. Александр Колесников сообщил о том, что по прогнозам синоптиков морозная погода продержится до конца недели. В связи с чем прозвучало поручение всем ответственным службам и управлениям усилить работу по обеспечению безопасности на территории курорта.